твою двоюродную сестру, Наташину дочку. Да каникулы мы сейчас не с кем ребенка оставить. Слушай, да она взрослая. Но будет со мной на работу ходить. Ты лучше расскажи, что у тебя нового. Надолго? Да ладно. А муж еще куда делся? Полине. Что ты слышишь вокруг? Заболела. Ну, где-то был. А что? Слушай, у меня завал с работы сегодня. Ну, сейчас гляну. Хорошо, сейчас схожу. Только ты моя должница. Хорошо, разберемся. Так, с кем? С балериной? А, есть такой. Слушай, он пустой. А, сейчас проверю. Слушай, я сейчас тебе его включу, ты скажешь, это или нет, хорошо? Алло. А, это. Так, когда я оставляю в DVD, скажешь, что второй трек. Поняла?
Ну все, ладненько. Давай, счастливо. Когда у тебя открыт урок? Не, нужно побыстрее определяться. Да, потому что мне уже требуют. Все, ладно, у меня... Алло? Дарья Павловна? Я как раз этим занимаюсь сейчас. Ну, еще пару часиков можно? Успокоиться, не реветь. Так, еще раз объяснить, что у тебя произошло. Так я не поняла, он сам ушел или ты его выгнала? Ну и дура. Да? Ну и где он сейчас? Нет, вот сейчас... Вот теперь уже не нужно унижаться. Да. Так. Так, Люба, успокойся. Успокойся, ты слышишь меня или нет? Так, руки, ноги в руки и быстро по магазину. Да. Алло.
поштаешь. Времени зря не теряешь. Так у тебя сегодня свидание? Сейчас, секундочку, подожди, я тише сделаю. Да? Любашка, я тебе перезвоню, ладно? Молодец. Ты молодец. Я тебя люблю. Никогда не сдавайся. Ты сильная. Алло. Ну что опять? Что, он просил прощения? Ну а ты? Не, ну я сейчас не знаю, что я тебе буду делать. Знаешь, что я Привет! Слушай! Yeah.
Тоже танцевать хочешь? Отдай. Я молчу, и ты со мною рядом молчишь, как молчит пространство неба бездны своей, как молчат колосья хлеба спелых полей, как молчу, когда я знаю, ты мне нужна, как молчит тишина мне.